Икра – роскошь на праздничном столе. Однако сегодня, благодаря компании «Европром», эту роскошь может позволить себе каждый. Основанная в 1997 году компания «Европром» на сегодняшний день уверенно занимает позицию лидера на рынке имитированной икры. Компания «Европром» – это опытные специалисты и самые передовые технологии. Процесс производства осуществляется в строгом соответствии с принципами европейской системы HACCP, что является гарантом высокого качества выпускаемой продукции. Сырьем для производства имитированной икры является рыба лососевых пород. Продукты уникальны своими питательными и диетическими свойствами. Рыба поступает в цех разделки, где ее зачищают от внутренностей и тщательно промывают. Готовое сырье транспортируется в цех приготовления рыбного бульона. Концентрированный рыбный бульон в дальнейшем поступит в смесительное оборудование цеха грануляции. Другим важнейшим ингредиентом аналоговой икры является порошок агар, уникальный по своей пользе экстракт морских водорослей. Помимо того, для придания икре цвета используется водный раствор пищевых, преимущественно натуральных красителей. Все компоненты поступают в смесительный котел, где перемешиваются до гомогенного состояния. Затем раствор подается на специальное оборудование, где и происходит формирование икринок за счет разных температур горячего раствора и холодной формирующей среды. Сформированные гранулы промываются в воде. Для придания насыщенного, приближенного к естественному вкуса, полуфабрикат икры солится, вносятся различные вкусоароматические добавки. После проверки качества полуфабрикат отправляется на созревание. Далее икринки поступают в приемную емкость, где происходит контроль их pH среды. Готовый продукт передается в цеха для фасовки в различные виды тары. После прохождения термической обработки икра закатывается под вакуумом. Вакуум контролируется на всех стадиях производства фасовки икры в банке. Икра в жестяных банках дополнительно проходит пастеризацию и потому производится без консервантов и подкислителей, сохраняя при этом вкус и свежесть на длительное время. Существует большое разнообразие потребительской тары, и различные виды икры фасуются в различные виды упаковки. Так, например, икра «Здоровье» фасуется в упаковку типа «Дойпак» – современную, удобную и экономичную. Для фасовки таких продуктов, как икра со сливочным кремом, используется необычная фигурная фасовка. Заключительным этапом производства является маркировка и фасовка баночек в транспортную тару. Продукт готов и в скором времени сможет порадовать своих потребителей высоким качеством и богатым вкусом. Выпускаемая предприятием продукция представлена во всех крупнейших сетях Москвы и Санкт-Петербурга. Продукция также поставляется во все регионы России, Белоруссию, Украину, Германию, Голландию, Чехию, Болгарию, Израиль и многие другие страны мира. География продаж компании «Европром» постоянно расширяется. Секрет такого успеха в уникальных потребительских свойствах выпускаемой икры. Недаром продукции компании удостоена многочисленных наград на всех крупнейших российских и зарубежных выставках.